это не такое простое дело, конечно, искать себя после спорта, после большого спорта, когда я вот закончил заниматься спортом, когда мне было 32 года. И в это время люди заканчивают университеты, поступают на работу и уже выстраивают себе определенную карьеру. И в 32 года они имеют уже какой-то определенный статус, уровень, если они действительно способные, талантливые или трудолюбивые. Я же, можно сказать, начинал все с нуля, 32 года. Это не так просто, и не каждому это, у каждого это получается. Кто-то ломается из спортсменов, не находит себя, начинает там пить, начинает опускаться, скажем так, деградировать. Вот, кто-то идет на тренерскую деятельность, преподавать, вот, кто-то открывает свой бизнес. То есть по-разному складывается жизнь спортсменов. В основном, конечно, это единицы, кто могут себя найти. Если ты за время своей спортивной карьеры не сколотил себе какой-то капитал и не смог это все правильно вложить и реализовать, это очень тяжело, болезненно они проходят, потому что вот с такой высоты популярности, с этого Олимпа, ты опускаешься назад на землю и вот начинаешь работу, скажем, простым преподавателем в университете, либо тренером в бассейне. Набираешь таких же вот спортсменов, которым ты был сам в 10 лет, и начинаешь их тренировать, и тратишь на это 10-15 лет жизни, и не факт, что получится такой же из тебя, вернее, из этих такой же спортсмен, как и ты сам, ребят. Поэтому очень тяжело многие переносят эти моменты.